В Чебоксарах сегодня простились с известным юристом, основателем юридического факультета Чувашского госуниверситета, заслуженным работником Министерства внутренних дел Валентином Малюткиным. Валентин Алексеевич Малюткин всю жизнь посвятил служению закону. Где бы он ни трудился, в органах внутренних дел, в прокуратуре, в Академии МВД, он всегда был не только высокопрофессиональным специалистом, но и доброжелательным наставником. Мало кто знает, но в юности он несколько лет работал в газете. Впоследствии это помогло Валентину Алексеевичу в издании учебных пособий и методической литературы. Он автор более 150 научных работ. Профессор Малюткин – один из организаторов юридического образования и правозащитной деятельности в Чувашской республике. С 1994 по 2006 год декан юридического факультета ЧГУ имени Ульянова, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин. Его авторитет в области юриспруденции был очень высок. Целая плеяда юристов и сегодня в строю считают по праву его своим наставником, учителем и, как сказали уже, батей, потому что он на самом деле был таковым. Он за каждого переживал. За каждого бился, каждому помогал. Спасибо вам за дружбу, за вашу теплоту, за ваш оптимизм, за то, что вы всегда были настоящим товарищем, настоящим человеком.